Запомнил? Прыгай. Ой, ты молодец какая. Есть. Мы с тобой крутые, давай обратно. Опа, молодцы. Привет, вы на канале. Смотрите, сегодня мы пришли на игровую площадку. Да. Сейчас мы, Ксюша, будем играть, да? С ней вдвоем. Порубимся в аркаду. Да, порубимся с ней в аркаду какую-нибудь. То есть мы будем играть в реальные игры, которые на компьютере, да? Пойдем посмотрим. Пошли. А, вот, пойдем. Тут есть правила, смотри, Ксюш. Ой, как тут все ярко, да? Ой, иди сюда, Ксюш. Нам нужно заполнить сейчас анкеты и название придумать нашей команде. Какое название придумаем? Пыжики свободно, ура! Мы пыжики будем с тобой. Будем пыжиться, да? Вот там мы будем высвечиваться. Смотри, кстати, вот там на табло мы будем должны высвечиваться. Вот, высвечиваться. Держите браслет, он один на команде, нужен для активации игры. Так, ладно, берем. Купите название вашей команды, номер... Запомнил? Погнали, ты готова к игре? Вам нужно приложить так, чтобы он заморгал и был зеленым. Смотри, Ксюш, мы здесь пыжики. Здесь название наше есть. Пыжики, вот мы пыжики. Погнали, прикладываем. Есть, все, загорелся зеленый. Пошли. Пойдем, восьмой, первый этап. Ага, спасибо большое. Пойдем. Восьмой, говорят нам. Туда? Ага, спасибо. Пошли, Ксюш. У нас восьмой этап. Ой, там какая-то стена была, ты видела? Я понял. Так, восьмой, вот туда. Пошли, у нас то есть 50. Нам надо быстрее, да? Восьмой, ого! Ничего себе, надо спускаться. Осторожно, да. Ну, прочитайте правила. Справа от экрана. Так, вот здесь, да? Так, называется, Ксюш, правило ограбления. Уклоняясь от лазерных лучей, нажимайте как можно больше горящих кнопок. За нажатие негорячей кнопки вы получаете штраф. Да, если вы не нажали горячую кнопку, вы получаете штрафные баллы. Касание лучей приносит штрафные баллы. Понятно? То есть сейчас будут лучи, нам лучи нельзя касаться, нажимать на горящие кнопки. Готово? Давай. Поехали. Во, лучи видишь? Да. А, горячие кнопки, вон. Я наступил? Ай. А. Я задеваю? Да. А, вот получается, смотри, горячая кнопка вот эта, да? Есть. Ты сможешь пролезть? Вон туда, давай я донесу. Иди сюда. А, где? Да где? А, вот она. Точно. Ну-ка, иди ко мне. Давай, мы сейчас ее попробуем перепрыгнуть. Так, вот видишь луч? Нам его нельзя трогать с тобой. Ты готова? Вон там кнопку, давай я тебя перекину, а ты пойдешь туда к кнопке. Готова? Раз. Трогай, лучи. Я сейчас к тебе, подожди. Нам вот эту кнопку. Опа. А, кто нажал? Я нажал. Пошли. Ой, нет, что такое? Где? Где? Время заканчивается, что ли? Есть, нажал. Ты готова? Я тебя вон туда поставлю. Нажми на ту синюю кнопочку, давай. Я тебя туда перекину. Иди, аккуратно, там впереди луч. Давай. Нажимай. Вот он, видишь луч? Давай, давай. Есть, молодец, Ксюша. Так, вот еще. Вот еще луч, Ксюша. Вот он, кнопочка, давай. Нажимай. Нажимай кнопочку. Есть, молодец, Ксюша. Где еще? Вон еще кнопочка. Вон кнопка. Достанешь? Вон. Вон, смотри, вон кнопка. Вон кнопка. Давай, достанешь? Луч, да, я знаю, вижу. Давай. Давай. Есть, молодец. Карапуз, молодец. Где еще кнопочки? Ищи. Нет, не горит. Нажимаем не горящие кнопки. Впереди. А-а-а! Хоть что-нибудь получили мы? Следующий этап у нас 13-й, пыжики. Счет у нас нулевой. Ну ладно, ничего, мы вырулим, да? Мы маленькие, нам можно. Так, пошли. У нас следующий этап 13-й. Побежали, следующий этап 13-й. Бежали? Да. Пошли. Ксюша вылезает. Я за Ксюшей по лестнице. Вперед. Опа. 13-й. Это у нас лава? Нет, это 6-й. 13-й вон там. А лава круто, да, было побывать бы в лаве? Да. Пошли, 13-й. У нас 50 секунд. Побежали, 13 секунд, да. Не, нам можно будет. Во, так.
Вот это сапер называется. У нас сапер. Смотри. Иди сюда. Заходи, заходи. Пока можно заходить. Все. Встаем на красные квадраты. Пошли, туда. Ты туда встань, я здесь. Вставай. Стой, не двигайся, не двигайся. Не двигайся, не двигайся. На желтый прыгай. На желтый прыгай. Ай, молодец, а я? А, во, точно. Запоминай, Ксюш. Обратно на красный, вставай. Опа. Стоим. Запомнил? Рядом с тобой. Давай, опа, молодец. Молодец, Ксюш. Молодцы, мы с тобой. Мы с тобой молодцы, да? А, ты запомнил где? Вот тут, по-моему, было. Есть. А у тебя? У тебя вот это, ну-ка, по-моему, вот здесь вот было. Прыгай. Блин, нет, ну ладно. Обратно на красный. Пойдем, быстрее, быстрее, на красный. Нет, назад. Ага, молодец. Топни, молодец. Запоминай, где желтики будут гореть. Запомнила? Молодец. Обратно давай. Молодец. Запомнила? Давай, опа. И следующий давай. Сюда. На другую прыгай. Что, обратно, да? Молодцы. Мы молодцы. Во, давай. Ой, ты не допрыгнешь, наверное. Подожди. Давай. Ну-ка, прыгай ко мне. Где-то вот тут было. Нет, блин, вот тут было, я так и понял. Ай. Ладно, давай на красный. Топни. Да, вот, тебя лишнее чувствует просто. Запомнил? Прыгай. Ой, ты молодец какая. Есть. Мы с тобой крутые, давай обратно. Опа, молодцы. Запоминаешь где? О, прыгай, рядом. Давай. Вот сюда прыгай, вот сюда. Нет, промахнулся чуть-чуть. Ай. Ну ладно, ничего, круто, давай обратно. Молодец все равно. Во, и на следующий давай. На следующий, молодец, и я. Опа. Ура, мы молодцы. Обратно красную. Все, есть. Дай 5. Мы с тобой 50 очков заработали, пошли. Смотри. Смотри, у нас 50 очков с тобой. Следующий, 14 у нас. Ищем 14 номер, Ксюш. Вот он, следующий, вот там, пошли. Очень круто, пойдем. Это лучше всех, да? Ой, а что тут? Это 14, так. Видеодром называется. Каждый игрок должен засунуть руку. Ого, в отверстие, прикинь. На экране вы увидите кнопки своими руками. Необходимо нажимать на загорающиеся кнопки. Нажать как можно дольше, как можно больше кнопок. За нажатие не горящих кнопок вы получаете штрафные баллы. Короче, ты готова? Ну что у нас получилось? Так, у нас 186, следующий у нас 20-й. Следующий 20. Пойдем, круто. Ты успевал нажимать на кнопочки? Да. Я тут нажимаю вообще не по... Ой. Батман, здесь нужно кричать его. То есть, как можно сильнее крикнуть, нужно его. Ой, это тебе, да, задание будет. Кричать надо. Надо в него. Ладно. Так, перед вами голова Пакмана. Вот она, голова Пакмана. Смотри, какая прикольная. Голова Пакмана. Необходимо засунуть свою голову внутрь и крикнуть как можно громко. Надо кричать, короче. Туда надо засунуть голову. Вот так вот. И орать, короче. Готова? Нет. Давай, давай, сейчас. Ты сможешь. Ты кричишь же, ты же умеешь кричать, визжать-то. Да, не, ну-ка громко, как ты кричишь. Давай попробуем. Во, иди сюда. Давай. Оба, засовывай голову, кричи.
Ну-ка еще раз. Ну-ка давай я теперь. Все, что ли, получается? У нас 4 игры было, ну-ка. Пошли, вон выход. Ну слушай, ну тут прикольно, очень много, да, разных крутых. Мы покричали, только единственное, с Пакмана непонятно. Ну смотри, тут бить можно кого-то. Единственное, мы не покричали на Пакмана, да? Mm-hmm. Жалко, прикольно так было, очень круто. Можно было бы еще покричать, да? Ладно, что мы там пыжики-то сделали-то? Пыжики? А где вы только что были? Ксюш, смотри, вон, пыжики. Да, 236. Да. У нас 236 очков мы набрали с тобой. Давай, мы с тобой супер-пыжики команда. Смотри, вот там типа твистера есть. Вот там. Я бы хотела вот в эту дальше. Вот эту штуку? Это, видишь, сетка, паутина. Ты сразу ее залезаешь наверх, и там ползаешь, короче. Это очень-очень крутое. Блин, классно, да, поиграли? Пошли. Кипа соскучился, да. Мы тут наигрались. Ой, ничего себе, смотри, как прикольно. Пойдем, покажу, иди сюда. Смотри, как круто. Глянь, это какие-то кранами можно здесь поднимать. Ты глянь, это тоже какое-то задание, да? Да. Какой-то 21 этап. Жалко, мы сюда не попали, да? Вот здесь было бы очень круто поиграть. А, наверное, это Барбоскины, да? Да, кстати, мы удивились, что были Барбоскины, да? Мы выбрали Барбоскины, потом выбрали тролли, потом выбрали Майнкрафт, и все было занято. Зато пыжики не были заняты. Да? Пыжики не были, это очень круто. Ну, слушай, ну мне понравилось очень. Тебе как, скажи? Классно. Супер, мне тоже очень понравилось. Как будто как игра, только вот в реальной, да, такая? Очень крутая игра. Смотри, ты да не урони камеру. Ой, не, точно. Надо уходить, уроню камеру нечаянно. С вами была Ксюс Макар. Вы ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Смотри, как я. Всем пока, пока. Пока.